поселок небольшой, а церквушка вон какая большая. Уважаемые друзья рыболовы, всем вам крепкого здоровья. Сегодня вместе с отцом приехали на рыбалку, на разведку, на маленький прудик. Будем пробовать ловить окуней. Надеюсь, что мы сегодня что-нибудь хорошее поймаем. Достаточно интересный, он небольшой, но рыбаки уже есть, и вроде как трясут окуня на самотряс. Мы будем поискать. Прудик такой, ну знаете, прям вот красота красотой, самая натуральная, такая прям и дышится хорошо, и дятлы тут в лесу, прям все вот располагает к тому, чтобы прям вот сегодня поймать какую-то рыбку. Рыбалочку я решил начать с мормышки. Гвоздик с ядреным глазом. Леска 01. Сторожок из рентгеновской пленки. Ну давайте попробуем кого-нибудь растрясти. В общем, прошло 20 минут. 8 луночек я обрыбачил. Но, к сожалению, рыбки нету. Там вон идет отец. Сейчас у него спросим, что поймал. Ну что, поймал? Ничего. Даже ни одного тычка? Нет. Вот у меня тоже ни одного тычка не было. А глубина такая серьезная. Сколько метра? Там? 4. Да, здесь 2. Ну, там вон берег 5 метров, а глубина 4 метра. Угу. А там мужик-то что-нибудь ловит? Нет, никто. Тоже глушняк, да? Ну, у меня сейчас сработала жерлица. Стоит, смотрит, даже не шевелится. Угу. Так понятно. Что, тишина. Но у тебя перепады между лунками есть? Конечно, большие даже. Ну вот тут тоже где-то сантиметров по 60 перепады между лунками. Надо его искать. Тут искать, конечно. Его пока не найдешь, его ловить не будешь. Там он тоже мужик сидит. Не знаю, ловит, нет, но вроде как бы ходит. Короче. Живой, значит. Ходит, значит живой. Сверлиться надо, в общем. Да, сверлиться надо, искать. Ну давай. Кто знает. Будем пробовать. Ну что, весь пруд у нас впереди. Будем искать, будем бурить. Все равно что-нибудь да поймаем, что-нибудь найдем. Ух ты! Ух ты! Вот это окушу, кляну. Ну, теперь я его вытряс. Прикольно. Вот когда я занимаюсь активным поиском окуня и только сел на лунку, то первые проводки должны быть агрессивными. Ну, по крайней мере, у меня так. То есть постучал по дну, сделал агрессивных проводок несколько штук.
подозвал окуней со всех сторон. Вот. И потом делаешь уже плавные проводки. Вот. И если окунек рядом был, он подойдет и обязательно клюнет. Вот так. И как только клюнул первый, надо сразу же мормушку опускать, потому что за ним будет сразу же и второй. И так далее. Вот это вот лифт окуня на безмотылку. То есть раздраконил и быстро долавливаешь. Вот и вся тактика. Вот они. Раздраконил их. Они дурные там уже. Вот. И это они уже там бесятся просто. Ой. От этой мормышки. Так вот можно очень много окуней ловить с одной лунки. Если правильно лунку раскачать. Бобер рядом с муравейником изгрыз деревца. Вон нора чья-то. О. Сейчас как вылезет оттуда кто-нибудь. Ты хороший какой был. Ой. Вот. Зачетный окунек. Солидный. Толстопуз. Сожрал так. Толстенький, как клюет он на эту мормышку. Заглох. Козырные окуньки. Ну чё, как успешная рыбалка? Никак. Надо отпустить карася. Давай, отпустим. Давай. Можно сначала. Ой. А пускай бежит. Коричневый. Да, желтая какая-то. Желтая. Окуньки желтые. Окуньки такие же. По щучьему мнению, по моему хотению. Давай. Ну, так быстро.
Хороший попал. Эх ты. Опа. Пойдет. Нормальный. Рыбки. Вот это да. Вот. Кто ищет, ходит, сверлит, тот находит.
Thank you.